Всем привет! Меня зовут Настя Брумлоу, и я работаю в официальном дилере Mini Autodom. А сегодня речь у нас пойдет об уникальном автомобиле Mini Cooper S Paddy Hopkins Edition. Что мы имеем в виду, когда говорим, что автомобиль быстрый и спортивный? Мы в Mini действительно знаем, что это такое. Это не только очень мощный двигатель, как принято считать, но это и автоспортивные заслуги. В 1964 году на ралли Монте-Карло победил Пэдди Хопкирк. Кто это такой? Это известный гонщик, который на своем маленьком Mini Cooper S с бортовым номером 37 взял первую победу на ралли Монте-Карло. 37 автомобилей находятся в России. Один из них за моей спиной. Что в нем такого уникального? Так же, как и в 1964 году в Монте-Карло, он красного цвета. У него здесь находится регистрационный номер 33 EJB и уникальный бортовой номер 37 с очевидными черными акцентами вокруг фар, сама ламелия, решетка, вставка в ноздрю капота, черные акценты с логотипами и, как пристало быть автомобилю, который ездит в ралли, дополнительные фары. В интерьере автомобиля установлены спортивные сиденья из настоящей черной кожи и отделкой алькантары. Если вы хотите стать обладателем этого автомобиля, звоните к нам в Mini Autodom, и мы с удовольствием покажем и расскажем вам про него. Всем пока!